Всем привет и добро пожаловать на канал UA Games. В этом видео я продемонстрирую выполнение избранного контракта в Марракеше Summer Internship или летняя стажировка. Итак, наша задача ликвидировать 5 целей, 3 офицеров, генерала и военнопленного. Все цели находятся в старой школе. Ликвидировать их можно любым способом, главное сделать это в маскировке стажера. Поэтому начинаю я здесь, на крыше магазина ламп, и первым делом зачищаю его от местного торгаша, а также его подруги, которая работает снаружи завлекалой. Дело в том, что мимо этого магазинчика спустя несколько секунд пройдет стажер, и мне не нужны здесь посторонние глаза. Стреляем в коленную чашечку, не смертельно, но хромать теперь будет всю оставшуюся жизнь. Итак, ждем, когда стажер поравняется с лесенкой и бросаю дубину на землю. Отходим в сторонку и ждем красавчика. А вот и он, дубину в голову. Ничего, так себе лег парниша. Не совсем идеально, если бы слева в угол уперся, то было бы хорошо, можно было бы и не прятать. Итак, пихаю его в ящик подруги, оставляю им дубинку, будет чем развлекаться. А сам отправляюсь на рынок. Здесь по пути прихватываю баллон с пропаном. А также захвачу спрятанный в тайнике шприц со смертельным ядом. Отправляемся к старой школе. При помощи баллона с пропаном я расчищу себе путь к школе. Так, бросаем баллон, пара точных выстрелов. Клубы дыма слева и справа, и солдаты устремляются к месту взрыва посмотреть, что случилось. Происходит это не всегда, иногда чайники тормозят, стоят на месте. В школу будем проникать через парадный вход. Здесь во дворе полно народу, но можно проскочить. Ныряем вниз и резко вправо. Таким образом солдат не успевает нас заметить, но не всегда это прокатывает. Готовлю звуковой манок, с его помощью я выманю со второго этажа одну из целей. Прихватываю ломик и направляюсь за первой жертвой. Это будет военнопленный. Генерал только что отсюда вышел. Дождитесь, когда он свернет за лестницу, иначе этот болван услышит, как вы тут вырубаете солдат и вернется обратно. Сбрасываю автомат перед лестницей. Зачем-то нужно, скоро увидите. И привожу в действие звуковой манок. Если сделать это на пару-тройку секунд позже, солдат, который патрулирует коридор перед кабинетом директора, реагирует на звуковой манок, и это ни к чему. А вот и уловка сработала. Первой цели не стал, отправляемся за второй, это будет генерал. Он тут любуется видом из окна, ну пусть посмотрит поближе. После того, как генерал умирает, посредством несчастного случая, вот этот офицер идет докладывать по громкоговорителю, что генерала не стало. Ну и его самого тоже. Сейчас ждем, когда солдат развернется, и идем почищать кабинет. Забираю автомат и прихватываю ключи от броневика. Через дырку в туалете спускаюсь на первый этаж, где в соседней комнате находится очередная цель. Автомат сбрасываю на землю, делаю это для того, чтобы отвлечь внимание солдата, который находится рядом с офицером. Проходил несколько раз, думал вырубить или не вырубить, решил все-таки вырубить для профилактики. Так, достаем шприц и делаем укол в задницу офицеру, минус 4. Отправляемся за последней целью, вот она завернула на лестнику. И как бы не хотелось прибить этого солдата, делать этого не стоит. Отвлекаю его внимание. И бегом по лестнике за последней жертвой. Хедшот. Теперь осталось переодеться и свалить по бырмам, пока ни одно тело не обнаружили. Сообщение, которое сейчас видите, относится к офицеру, убитому смертельным ядом. Змейкой и к броневику. Ну что же, вот и все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте комментировать видео. Желаю вам удачи, агенты.